Всем привет, с вами канал Все про Android. И сегодня я хотел бы вам показать программу Root Booster. С помощью нее вы сможете сделать буст вашему смартфону или планшету. Вот для этого приложения нужно иметь root доступ права. Вот, запускаем ее. У меня там на канале есть несколько видео, как можно установить root права. Вот. Так, я себе скачал Root Booster Premium. Я дам ссылку в описании и на премиум, и на простой премиум, платный, вот. Но я дам ссылку на бесплатный премиум. Так, здесь, как видите, Speed — это скорость работы вашего планшета, Battery — это продолжительность жизни, и Stability — это стабильность работы. Так, здесь есть обычные режимы и экстремальные режимы. Вот, давайте нажимаем Speed. Можно почитать немного. Вот, можно нажать Activate. Сейчас. Yes. И оно здесь делает буст. Вот, там. Потом здесь будет зеленым написано Touch Screen to Continue. Нажимаете на экран и все. Так, написано Touch Screen to Continue и Success. Так, как видите, уже поднялся. Так, можете батарею вот здесь. Но давайте я попробую Speed Boost сделать экстремальный. Activate. Yes. Вот. Ждем, и оно делает буст. Так, вот, уже закончил. Нажимаем по экрану и... Видите, у нас скорость повысилась. Также нажимаем на батарейку Activate. И после этого давайте нажмем на стабильность работы системы. Так, уже закончил, нажимаем на экран. Так, и вот теперь батарейка у нас на 100%. Но если батарейка на 100%, то скорость не может быть на 100%, тоже заметьте это. И стабилизация нет смысла уже показывать. Вот, можно нажать Activate, и здесь приблизительно очень хорошо оно распределяет скорость. Здесь 30, здесь 10, здесь 40. Вот, ссылки будут в описании, здесь также можете глянуть туториалы всякие вон. Вот, что такое оперативная память, что такое процессор и другое. Информация для вас. Вот. Больше здесь ничего нету. Думаю, вам это приложение понравилось. Если да, то поставьте лайк под видео. Подпишитесь на мой канал и на мои соцсети. Также не забывайте писать комментарии. И всем пока! В этом видео я расскажу вам, как быстро перекидывать файлы между разными устройствами под управлением Windows, iOS и Android. А в этом видео я расскажу вам, как можно контролировать трафик на смартфоне и узнать скорость интернета в каждую секунду. Выбери видео, которое тебе больше понравилось из этих двух видео, или просто посмотри другие видео на моем канале. Сделай свой выбор. А также еще не забудь подписаться на мой канал, если ты еще не подписан.